Всем привет, ребят, с вами я, Карт Вадим. Мы сегодня попали на новый видосик. Сегодня, ребят, я покажу вам, как зайти на сервер Really World через Bedrock Edition. Так что мы заходим, нажимаем играть. Сервера. Он у меня уже есть, вот, Really World. Пишем вот такой адрес сервера, mcreallyworld.ru. И имя сервера. Какой хотите, я написал Really World. Так, вот. Адрес сервера mcreallyworld.ru, порт тот же, сохранить, опа, и заходим. Заходит на сервер. Так, генерация ландшафта. Очень простой способ. Вы сможете просто зайти на Really World, на ваш любимый сервер. Так, вот мы и зашли на Really World. Так. И теперь вы можете вот так пойти. Да, чуть-чуть будет лагать, но потом, когда уже будете на месте, тогда у вас не будет лагать, уже все нормально. Вот. И выбираете бета-тест режим для мобильного телефона Bedrock. И пока что только два сервера, два грифа есть, но все равно. И выбираете себе гриф и заходите. Ну, на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ребят. Всем пока.